Всем музыкальный привет! На связи агентство хороших новостей. Если пауза в творчестве была неприлично долгой, то камбэк должен быть эффектным. Вот, например, американский рэпер Нелли решил вернуться в мир музыки с необычным релизом. Признак крутости в начале нулевых – это если на рингтоне твоего кнопочного телефона стоит трек рэпера Нелли. Его признавали одним из музыкальных символов тысячелетия. На счету Нелли 4 Грэмми, и аж 7 его песен покоряли первые строчки мировых чартов. Но в 2013 году у Нелли началась черная полоса. Его 7-й альбом «M.O.» провалился в продажах, из-за чего Нелли погряз в долгах на 2 миллиона долларов. А затем его чуть было не посадили в тюрьму из-за обвинений в физическом насилии, хотя он их отрицал. «Я не виновен и не устану это повторять». Ну а фэны 8 лет не уставали ждать от Нелли новый альбом. И вот, этим летом он выпускает новую пластинку под названием «Heartland», и будет она далеко не в стиле R&B. Я называю этот альбом сборником клубных кантри-хитов и уверен, что песни с него станут гимнами этого лета. Идея такого микса возникла у Нелли еще 10 лет назад, а стиль кантри — это, видимо, отголосок из детства Нелли, которое он провел в провинциальном Сент-Луисе. Кстати, относительно неподалеку от Сент-Луиса, в городе Райлайт, штата Невада, тоже весело. Там размножаются привидения. Оказывается, их создает бельгийский художник Альберт Шукальский. С 1984 года он буквально населяет заброшенную местность своими арт-объектами в виде призраков. И недавно его творчество покорило сеть. Тем временем всем известная русская песня «Калинка-малинка» наоборот зажила новой жизнью. На нее сняли экстремальный клип. Танцы в присядку на крыше яхты? Такого себе не позволяли даже самые дерзкие рэперы. Но в новом клипе на легендарную композицию «Калинка-малинка» увидишь и не такое. Видео снято при участии ансамбля имени Александрова и российского фортепианного трио «Бель Суоно», которое исполняет классику в современной обработке. Или более современные хиты под аккомпанемент клавиш. За 10 лет проект сорвал овации даже на концертах в Европе и Азии. Ну а «Калинка-малинка» стала вишенкой на торте. Такого, как сегодня, у нас не было еще никогда. Мы выступаем на палубе корабля посередине Москвы реки и плаваем по этой реке. По всей Москве это совершенно незабываемо и ошеломительно. Очень-очень сегодня здорово. Кстати, ради съемок клипа потребовалась работа 100 артистов с 6 утра и установка 300-килограммовых роялей на крышу яхты. Но и это не все трудности. Пришлось преодолеть, получить очень много согласований и разрешений, чтобы нам позволили снимать с воздуха красавицу Москву. На этом выпуск агентства хороших новостей подошел к концу. Так что пока, до встречи на телеканале Бридж ТВ. Пока!